Ну, как и ожидалось, на самом деле у нас произошла дальнейшая усадка в третьем сегменте в области имплантатов и возникла необходимость, ну, здесь больше процесс носил атрофический характер со стороны мягких тканей, ну, и необходимость дальнейшего протезирования пациентки подразумевала создание дополнительного объема мягких тканей, то есть пластику трансплантатом. Это был забран аутотрансплантат, доэпитализирован. И подшит вестибулярно на этапе постановки формирователя. Здесь снимаю манжету. Усадка может происходить и дальше. Все зависит от того, будет ли своевременно выполнена нагрузка или нет. Ну и в четвертом сегменте тоже были открыты имплантаты. Здесь картина, конечно, получше. Ну а здесь аналогично создавали объем мягких тканей, поскольку этому этапу не уделялось внимания на этапе установки костного имплантата и установки имплантата в дальнейшем. По Патрику Палачи здесь была проведена операция и установлены формирователи. Так. Ну, это рентгенологическое исследование еще на этапе до имплантации в четвертом сегменте. На сегодня эта пациентка отпротезирована. Вот у меня фотографии будут обработаны, я думаю, что в ближайшую неделю, и уже мы получим результат. Я хотел бы показать еще одну картинку гистологическую. Это остаток материала. А вот это остеокласт, который пришел лизировать данную кость. И вот остеокласт. Это еще один ответ на вопрос, почему материалы, сохраняя свинотинную структуру, являются биологически активными, имея весь потенциал для регенерации. На него реагируют клетки собственного организма. Он не виден для иммунной системы, для комплексной гистосовместимости, но при этом иммунокомпетентные клетки и клетки, да, регенераторные, участвующие в процессе регенерации, активно на него реагируют. Это панорамный снимок уже после имплантации. Ну вот что здесь имеет смысл анализировать. Как мы видели по гистологическим препаратам, здесь на самом деле это тоже заметно. Здесь сохраняется еще трабекулярная структура блока, идет активная перестройка. И что нормально, еще там спустя 12 месяцев в этом объеме могут способны, ну, то есть может наблюдаться процессы замещения костной ткани. То есть еще не полного замещения. Значит, как происходит моделировка этого блока? Мы обозначаем интересующую нас область, это зона контакта. Из вот такого вот прямоугольничка или квадратика. В программе инженер. Моделирует индивидуальный костный имплантат. Все инженеры, которые занимаются, участвуют в процессе изготовления, они обучены специально. И их квалификации абсолютно достаточны, и даже более чем, для того, чтобы заниматься изготовлением данных конкретных изделий. Это обособленное подразделение Самарского государственного университета, где происходит изготовление индивидуальных имплантатов на базе Центральной научно-исследовательской лаборатории. Это, точнее, Центр аддитивных технологий, входящий в состав Института инновационного развития. И программная часть частично разработана ими, специалистами. Все это защищено патентами и так далее. У меня будет там 5 минут в конце, я остановлюсь немножко на этом моменте. Этой части врач на самом деле обычно не видит, он видит уже готовые изделия, варианты, как доктор сам изготавливает модели, дает нам для пилёжки, или доктор сам допиливает блок во рту, это в принципе исключено, как написано в договоре, дезассемблирование, реинжиниринг, они не подразумеваются, иначе мы просто не несем ответственность за то, что этот блок сядет в данное конкретное место, в ту зону, в которой хочет его установить доктор. Теперь я расскажу о том, что является для нас на сегодня очень важным. Это рабочая таблица, поэтому прошу строго не судить, какие-то тут моменты могут быть допущены вольности, но суть я постараюсь вам донести.
Работа с индивидуальными имплантатами натолкнула нас на идею выбора определенных критериев и принципов, которые мы сформировали в общую идею фенотипическое планирование. Это не наша разработка, это абсолютно собирательная история. Оно подразумевает все, что, да, часть факторов, которые описаны и в учебниках, мы их взяли тоже за основу. Первое – это, конечно, конституция пациента. У пациентов, склонных к атрофилии, астеничных, конечно же, результат костной пластики будет гораздо хуже, сравнимо с пациентами с нормальной конституцией или с гиперконституцией, да, у пикников, поскольку у них и объем ткани, их качество, оно будет, конечно же, несколько другим. И у них склонность к атрофии, она отсутствует, поэтому у них результат костной пластики будет лучше. Это к вопросу о выборе пациентов и планировании операции и хирургической, и дополнительной подготовки там, и так далее. Второе – это, конечно же, исходный тип костной ткани. Первый, второй, третий или четвертый. Значит, если это первый тип костной ткани, то мы предварительно проводим манипуляцию, оценивая регенераторные потенциалы пациента. И очень часто у пациентов с первым типом костной ткани, поскольку давно отсутствуют зубы, у них-то аналогичный и биотип десны. Поэтому это сочетано с увеличением объема прикрепленной десны и проведением манипуляции, которая нам позволит оценить регенераторный потенциал. Было запланировано вот аналогичное изготовление двух индивидуальных имплантатов у пациентки в дистальных участках нижней челюсти. Это протокол операции. У нее выращивали дополнительно десну, увеличивали, изменяли биотип десны. Мы подсаживали твердую мозговую оболочку поднадкостнично, ее фиксировали швами по периметру и ушивали, прижимая крупным крестообразным прижимным горизонтальным швом в области прикрепленной десны, и тем самым сформировали прикрепленную десну. И когда вот эти два индивидуальных имплантата у нее были установлены, это позволило нам сформировать хороший объем мягких тканей. Сейчас я покажу ее просто, мы не будем весь случай просматривать. Ну вот даже тут видно уже. Сейчас где-то будет. Вот видно лоскут. У нее сформировался очень хороший мясистый объем мягких тканей, которого оказалось достаточно для того, чтобы перекрыть блок, который не испытывал натяжения при мобилизации тканей. Ну и положительно влияло, естественно, на регенерацию и замещение. Вот видно хороший объем мягких тканей. Это в результате пластики и твердой мозговой оболочкой. Возвращаемся. Это исходный объем костной ткани. Почему на сегодня я считаю, что все-таки основные целевые зоны – это дистальные участки нижней челюсти и верхний фронт, потому что эти участки имеют наибольшее питание. На верхней челюсти все артерии уходят больше небно, а на нижней челюсти у нас очень достаточно хорошая васкуляризация. Есть также принципы физики, что элементарно на нижней челюсти получаются все конструкции, они имеют большую площадь контакта, чем на верхней. На нижней челюсти имеют все индивидуальные блоки большую площадь контакта, чем на верхней. Получается, что это также влияет на результат костной пластики. Исходный объем кости, на него, конечно же, влияет первичная и вторичная дегесценция, ну, атрофия, да, которая бывает анатомически. Исходный объем мягких тканей. Если тонкий биотип десны у пациента, то мы выращиваем десну, мы его не оперируем, потому что и промежуточные результаты, и послеоперационных осложнений будет много, и промежуточный результат, и отдаленный, будет сравнительно хуже. Поскольку питание на 15% происходит от мягких тканей десны, то при тонком биотипе этого питания будет элементарно недостаточно. И мы будем наблюдать потом гистологически в блоке большой объем соединительной ткани, промежуточных стадий образования костной ткани, хрящевой ткани, будет низкая васкуляризация, но при этом равномерная. Ну и будем наблюдать, конечно же, атрофию клинически. При среднем биотипе десны, в принципе, вы можете оперировать такого пациента. Вопрос стоит только в выборе дизайна разреза, поскольку все-таки есть риск и убыли, и как бы атрофии в этой зоне. При толстом биотипе десны никаких проблем нет, так и, в общем, мы пациента можем спокойно оперировать. Но это редко встречается, поскольку все-таки мы берем пациентов с последовательного отсутствия зубов, а там очень часто сочетана атрофия костной ткани с атрофией мягких тканей. Точки области крепления мышц. Я вас направлю, например, в атлас «Лицо», который называется. Тоже это без рекламы, на самом деле очень хорошая книжка, толковая. Там показаны зоны крепления мышц. Для нас чем это может быть важно? Ну, например, в области четвертых зубов, где крепятся мышцы, мы там будем, очевидно, ожидать усадку. И там, не знаю, при обычной костной пластике, пластике аутоблоками или индивидуальными имплантатами, поскольку там есть точка крепления мышечного тяжа. Что делать в этой области? Мы можем хирургически его просто отсечь от альвеолярного отростка в зоне крепления при операции. Ну или, так скажем, выбирать какие-то другие варианты.
Тонус мышц артикуляции, но это все, в общем, ортопеды должны вам сказать, поскольку все планирование происходит с учетом и ортопедических принципов в том числе. Ну, остальные признаки, они, в общем, являются общими и так сильно не влияют. Влияет уровень, конечно же, гигиенической культуры пациента, индекса гигиены, поскольку это будет сказываться, ну, понятно, да, на состоянии мягких тканей, курит пациент, не курит, это будет сказываться на процессах регенерации, общий уровень здоровья пациентов и наличие сопутствующих заболеваний, уровень стоматологического здоровья и образ жизни. Вот пациенты, которые активно артикулируют и ведут такой активный образ жизни, у них зачастую атрофия больше уже из каких-то наблюдений клинических. Пациенты активно, допустим, говорящие, вот там, не знаю, там менеджеры по продажам или дикторы, у них сравнительно результат костной пластики хуже, чем, например, там, не знаю, у бухгалтеров или у людей, которые ведут спокойный образ, да, вид деятельности и не так активно артикулируют, поскольку все вот эти движения, они также сказываются на усадку и вызывают излишнее давление и натяжение.